Акция «Гордость» прошла на морском кладбище Владивостока. Студенты и курсанты владивостокских вузов и средних учебных заведений навели порядок в местах захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, а также участников специальной военной операции. Акция проходит с 2009 года и показывает, что молодежь Владивостока имеет активную жизненную позицию, чтит память своих героев, отметили в Управлении по делам молодежи администрации Владивостока. Принял участие в акции и глава Владивостока Константин Шестаков, а также сотрудники администрации города. Спецтехника предприятия «Содержание городских территорий» в течение дня вывезла на полигон весь мусор, собранный в ходе акции.